Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы решили немножко поэкспериментировать с форматом и снимем что-то вроде маленького видеословаря для вас. Вы можете попрактиковаться и посмотреть, правильно ли вы знаете название некоторых вещей, которые мы будем называть вот здесь. Как вы уже поняли, мы находимся на кухне. И сейчас я буду спрашивать Алицу, словачку из западной части Словакии, как называются те или иные предметы, и будем их переводить на русский язык. Окей, Алиса, добре. Чо є то? Комбинована хладничка з мразничком. Подожди. То есть холодильник это... Мразничка. Так, а вот эта часть? Мразничка. Мразничка. И вот это мразничка. А нет, это хладничка, это ты мразничка. А, вот, да, так вот, значит. Это комбинована хладничка. Хладничка. А это потравини? Холодильник. Потравини, я сижу. Потравини можно? Потравини это еда. Ну, а здесь у нас морозилка. Мы ее открывать не будем, у нас там тайны. Что это то? Микроволнка. Микроволна рура. Это в писовне, а микроволнка это... Бежнее говоровое слово. Угу. Говорене. То есть микроволновая рура. Микроволна. Микроволна. Двено. Микроволна. Микроволна. Рура. Рура. Або или микроволнка. Скратина. Вот так. В общем, или микроволновая печь, или микроволновка. Окей. А косовола, тото, например? Оливовый олей. Окей. Оливовый олей, оливковое масло. Хорошо. Ну, кстати, тут чем богаты, тем рады. Соль. Морская соль. Соль, морская соль. Окей, а, например, акосапове то-то? Доска на краяне. Угу, доска на краяне. Да. Замечательно. Нема то жадный специфический назов. Хорошо. А как называется акосаповое то-то? То есть кухинская линка. Ай то-то. Окей, также то-то. То-то есть працовная доска. То-то есть працовная доска, место, где ты да. Угу. Приправуем, краям, угу. Працуем тут, это працовная доска. Тото се назива барови пулт. Угу. Это барный стол. Окей, пройдем. Еще тут мамы что? Это такой чайовар, кавовар, угу. Специфический. Рихловарна конвица. Конвица, окей. Чайник это конвица. Угу. Угу. Тут есть миксер, лен тут хиба та верхняя часть. Угу. Это часть миксера. Миксер, здесь все понятно, хорошо. А, например, то-то что я? Шпинавый. Варгизма, сори. Что это? Спорак. Спорак. Рура. Тату спадна часть есть рура, а то-то есть... Просто спорак. Тут есть дигестор. Памица. А покрелка. Покрелка. А памица. Окей. Замечательно. То, что мамы внутри, у нас совола уполне стандартный плех. Плех. Окей, как плеховка. Жаден инина, либо чисто же плех. Например, то-то, что я? Водоводная батерия. А, скратка? Батерия. Батерия. Кухинская, а маешь еще потом в купелне. На туалете, так? Тото сú zase kúpeľnové, alebo sanita je to vo všeobecnosti, sa to nazýva. Okay. Tak što sanita, je to u nás vše, čo v общем-то есть и на кухне, и в ванной, в туалете. Okay. Заход je tiež sanita. Dobre, okay. A táto časť? To je celé toto kovové, sa nazýva kuchynský dres, nie s. Dres. Z, hej. Lebo S je oblečenie futbalové napríklad. To je športový dres. Jasne. S. A toto je dres Z. A toto je? Co? Húbka. Húbka. Na umývanie riadu. To je už, húbka je spisovne, špongia je... Hovorovo. Hovorovo. A húbka je ešte vždy kuchynská. Myslím, že sa to dá tak... Lebo špongiu môžeš mať aj v kuchyni, aj v kúpeľni napríklad. To má špongiu. Ale neviem to úplne na 100%, tak to je. Хорошо. То есть губка это у нас губка шпонгия. Окей. Хорошо. А ок, что повеет о том? Пухар. Шкленный пухар. Стакан. То-то. Есть шалка, керамическая шалка. Окей. Видличка. Это вилка, если вам было не... Это уже докончим. Да. Лижичка. Лижица. Поливковая лижица. Нож. А тут это кавовая, або чайовая.
No kávové bývajú ešte tie maličké. Počkaj, máme tu? No, asi nie. Nie, toto sú iba čajové a kávičkové na kávu sú ešte menšie o polovicu. Mm-hmm. Je to lyžička. To je lyžička. Mm-hmm. Takže si v recepte napísaná jedna lyžička, to je to značiť jedna čajná ložka. A jedna большая lyžica. Lyžica. Jedna lyžica, to značiť stolová ložka. Tu máme kuchynskú utierku, tu máme. Mm-hmm. Utierka, fajn. Utierák tiež. Nie. Utierak to je ten veľký. Utierak je v kúpeľni na ruky, keď si umiem ruky, alebo... A zase osuška je, keď sa osprchujem. To je veľká. OK, to som nevedela. Uh-huh. Tak, smotrite, u mňa prezašlo odkrytie. Значит, если у нас это полотенце для кухни, то это... Утерка. Утерка. Если у нас полотенце для рук в ванной, то это утерак. Утерак. А если это полотенце большое, которое мы можем замотаться, когда мы вышли из душа, например, то это... Осушка. Осушка. Вот, я думала, что это такие синонимы. Вот, угу. Особенно утерак и осушка. Я думала, это одно и то же, но нет. Тулка. Там у нас сметный кош. Там у нас сметный кош. Там у нас сметный кош. Это сметный кош. Я будем его указывать. Так. Окей. Чё, алобал? Алобал, Супер. Тенто. Наберачка, алобо... Жуфаня. Жуфаня, это я научилась сегодня слово жуфаня. Так, это у нас... Обрацачка. Обрацачка. Обрациям тим. Месо. Окей. А, например, что то? Вивертка. Вивертка. Алобо отварач. Отварač. Otvárač. Otvárač. Okay. Čo ja viem? Toto ja neviem. Toto je otvárač. Otvárač. Ale keď je tam toto, toto je už vývrtka. Lebo tým vývrtám štuplík. Áno. A táto vec, čo sa dáva na fľašu? Ježiš, čo ja viem? Na, neviem. Probka? Neviem. Nastavec by som povedala, nastavec na fľašu. Ale určite sa to volá aj nejak špeciálne v tých barových podnikoch alebo tak v baroch. Hej. Ešte toto je škrabka na zemiaky. Aha, škrabka na zemiaky. No. Mm-hmm. Okej, takáto veľká vec. Misa. Nie tak, to u nás miska. Toto je miska. Aha, miska, dobre, misa, miska. Tarielky, napríklad tento tanier, ktorý... To je hlboký tanier. Hlboký. Alebo polievkový, alebo že tanier na polievku, alebo hlboký. Okej. Okay. A tento je... Plitky. Plitky. A tento je dezertný. Takže na koláč, na dezert. A táto vec druhá je čo? Jaj, sitko sa to volá. A keď je malé alebo veľké, tiež je to sitko rovnaké? Ešte je také, že sito, ale to sú potom veľké na, ja neviem, piesok, keď sa preosievá. Alebo to je sito. Okay. To už je veľké, veľké. Ale kuchynské je asi sitko stále. Alebo možno, čo ja viem. Posledná otázka z tohto šuflika? Nádoba na ľad. Nádoba na ľad. To nie je. V общем, formečka dla ľada. Forma na ľad, hej. No, okej, okay, tiež forma na ľad. Počkaj, mám ešte jednu otázku. Táto časť je od... Od šťavovač. Šťavovač. Vod. Šťava je to sok. Toto? Čaj. Toto? Čo, to je tiež čaj? Nie, to je káva. Káva. Okay. A tu máme všelijaké... Korenia, koreniny. Koreniny. A tieto poháre, ako sa volajú? No toto je pohár na víno. Toto je podľa mňa štamprlík, len je na nôžke. Hej. To sa oficiálne volá štamprlík, inak my tomu hovoríme poldecák. A toto nie je štamprlík? To je tiež štamprlík. Okay. Len tento je ozdobný na nôžke, ale odmerom je to isté. Hej. Štamperlík. 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 No. Krupa, ale... Aj my máme krupy. Pšeno. Pšenica bez toho obalu. Nie? Není sú to krupy, to není jačmeň ani nič také. Proste je to... Wheat groats in cooking bag. Groats. No, to sú také klásky jednoducho nejaké. No proste, čisto krupa. Obilovina, takzvaná. Dobre, nadraz a bráce, no mne to tak To je syr alebo... Aha, nie, udon, rezance. Rezance, dobre. Nudl sú... Rezance. Vermešeľ. Šošovica?
Угу. Чечевица – это шошовица. Киноа. Угу. Та я со святого знаю киноа. Ано. То есть някакая обиловина? У нас с этого была те же амарант. Окей. Угу. Так то нема прикол, ты стала то истая. Рижа? Угу. Но. Рис рижа. Теж. Вон то я с едной глазурной. Обе две са глазурной. Окей. Tu sú nejaké celozrné plácky. Aha, vidím, to sú cicerové. Mm. Ale akože neviem, čo to je. To sú nejaké plácky. Mm-hmm. Polotovar asi, hej? To je pohánka. Mm-hmm. To je vlastne už zmes. Polotovar toto je. Na slovenské halušky. Na celé jedlo. A vlastne ty robíš zemiaky. Na toto potrebuješ, na tie halušky. Zemiaky, múku, nejaké vajce a spraviť si to cesto, tak tu už máš v prášku to cesto. Čiže už si to asi iba zmiešaš s vodou alebo mliekom, neviem, ja som to v živote nerobila, ja nekupujem takéto veci. A môžeš, už máš pripravené nejaké cestoviny, asi pánsan, či čo je kuskus? Kuskus. To je, to sa neprekladá, je to kuskus. A zase rýža. Čo to je? Fľaša na mixer. A nie, to máš na tie smuty už, aha, na pitie. A no, tak to je asi smuty fľaša. Nie, tam sú ďalšie nejaké poháre fľaše. Spičky. Palietné chodejstvo, víš, to zapálky. Kutierky. Všetko. Mhm. No, dobré. Tak tu môžeme skončiť. A ešte, no, môžeš tu mojšie sredstvo. Čo? Toto? My tomu vo všeobecnosti hovoríme, že je to jar. Nech sa to volá akokoľvek. Okay. A je to normálne saponát na riad. Vo všeobecnosti. A potom ešte Slováci tomu hovoria jar. Ty vieš presne, že chceš tú vec z kuchyni, ktorou sa umýva riad. My to nazývame jar. Okay. Lebo to je to asi za bývalého režimu komunistického už to fungovalo. A odtedy je to úplne jedno, ako sa to volá. Okay. Ну, в общем, моющее средство для посуды можно называть прямо как называется эта фирма Яр. И даже если это не той же фирмы продукт, все равно его могут называть Яр. Ну, еще есть слово сапонат. Дякуємо ті красні Аліце за те, що сіно висадлила, ако са туту вола, ако са туту орієнтує. Спасибо вам за то, что вы это посмотрели. Если вам понравилось, оставляйте нам подписки, лайки, звоните в колокольчик. В общем, вы знаете, что нужно делать, чтобы мы почаще появлялись у вас в подписках. Желаю всем хорошего настроения и пока!